В поселке Западном идет глобальная реконструкция водопровода и канализации. На трехлетний муниципальный контракт власти города заложили более 26 миллионов рублей. Буквально в прошлом году подрядные организации из города Екатеринбурга проложили порядка 1,5 километра транзитных сетей. В этом году они планируют установить колодцы и вывести подводящие сети к домам. Подрядная организация заверила, что они в этом году все работы выполнят. Значит, контракт был заключен муниципальный, трехлетний. Была сумма контракта 26 миллионов 900 тысяч. В прошлом году планировалось на 1 миллион выполнить работ. То есть заложены муниципальные средства были всего 1 миллион, но подрядная организация перевыполнила, скажем так, план. В прошлом году выполнила примерно работу на 8 миллионов. То есть в этом году они завершат. Жителям улицы Гагарина все это время приходилось набирать воду с ближайших водопроводных колонок. Подрядная организация обещает это неудобство в скором времени устранить. Как утверждают специалисты, более 70 собственников индивидуальных жилых строений будут подключены к водоснабжению. У нас проложена трасса годом ранее. К этой трассе будем ставить колодцы стальные. И это будет у нас одного колодца на 4 потребителя. Каждый дом по трубе заводим. А между этими колодцами будут еще пожарные колодцы, подпожарные гидранты. То есть это для пожаротушения. Начали мы 13 октября. Вот этого года, 5 ноября этого же года будем заканчивать, уже будем сдавать. Уже все оно заполнено, опрессованное. 17 улиц микрорайона Западный включены в проект реконструкции сетей водоснабжения и канализации. Стоит отметить, что в предыдущие года реализацию проекта завершили на улицах Комсомольской и Кристальной. Следующая улица в перечне специалистов управления капитального строительства реконструкции – Юбилейная. Аружан Тулеш, Никита Павловский, Нягинский телеканал, специально для телеканала «Югра».